Всем привет, ребят! Ну что, сейчас я вам покажу еще один вариант убийства архидемона. Я даже вам так закрою, изначально начну и потом открою. Потом вы мне в комментах напишите, что же все-таки это было. Получится, не получится, я не знаю. Ну, хотя бы потестим ради интереса. Так. Плохо ускоряется тыковка. Ну, сейчас посмотрим. Может, повезет. Ну, конечно, это опять же рандом. Ну, смотрите на полоску. Вот у меня сейчас 34 секунды. Просто посмотрите, какой урон и за сколько я, как быстро я архидемона сейчас убью. Тут опять же рандом. Но вы, честно говоря, офигеете с этой скорости. Изначально у меня получается высадка немножко неудачно получилась, но опять же я сэкономил очень много времени. Вот смотрите, две. Сейчас вот должно быть получше уже заходить. Не люблю, блин, этих боссов бить, они рандомные стали очень. По-разному все бывает. Ну, посмотрим, что у нас получится, если сильно мучиться. Блин, опять замедлилась тыква. В любом случае результат должен быть не хуже. Блин, ну видите, вот застрял, сволочь. Рандомно все. Опять ускорилось. Надо будет все-таки попробовать тыковку с другим талантиком. Не талантиком, а с другой этой руной. Вот сейчас нормально, блин, разгон нормальный, все будет. Вот так бы всегда было, да, по 500. Но, к сожалению, как видите, этот рандом, он всегда мешает. Я показывал вам на первом видео тот же самый состав плюс-минус 2 миллиона. Жалко, что она два раза ступила. У меня попыток, к сожалению, больше нет. Ну, чуть-чуть хуже, но очень много тупила тыква. Показываю, объясняю, рассказываю. Будет тест у вас отдельный. Как оказалось, ребят, при тесте первом, который я сделал, я вам говорил, что этот аккаунт у меня будет тестовый. Как видите, я набил немало. Смотрим, что у меня поменялось. Давайте даже не так. Давайте я сейчас по-другому соберу героев и расскажу. Так. Ай, блин, я вам так не соберу. У меня же гильдии, блин, нет. Как бомж. Рассказываю, показываю. Новые таланты, которые у нас ввели, вот, что они дают? Атаки героя наносят урон равный 900%, а также 900 атаки одному ближнему вражескому герою с фракцией. По сути, что получается у нас? Герой бьет и дополнительно наносит еще один удар. То есть это можно даже, в принципе, что у меня тут такое есть? Сейчас кого-то мы уберем и поставим ту же самую Химку. Где вы все? Блин. Они у меня в этом, в башенках, по-моему.
Вот Химка, Укротитель. Так, поехали на подземке. Так, где бы то ее так... А, и мы ее не поставили. Туплю уже немножко поздновато. После стрима решил вам записать видосик с архи. Потестить. Вот, допустим, у нас есть Химка. Блин, хочется кого-то... Нападем на Машу. Так, что тут у нее такое есть? Блин, мы походу даже не дойдем. В общем, ладно, неважно. Забьем на это, я вам так не расскажу. В общем, в чем суть? Герой у меня собран не с замедлением, а с этим талантом. Он дает дополнительно еще походу один удар. Все точно так же у нас осталось. Мы убрали просто тупо замедление, поменяли, как видели, тыковка у нас тупила, и благодаря вот этой милости пророка там либо другому есть, наносится дополнительный удар. Я уже думаю, на этом архидемоне я у нас не смогу вам показать, он закончится через 8 часов, и у меня уже, к сожалению, нету карт. Сейчас попробуем паролить, получится, не получится. Нет, к сожалению, карты нам не светят. Ладно. Наносят они дополнительный удар. То есть при удачном заходе можно набить больше 4. Попробую это уже потестить на других серверах. Если это так, это, конечно, прикольно. Но опять же придется перекачивать полностью все наши талантики. Вот как-то так. Видите, даже здесь я качнул. То есть рунами у меня стоит... Все тоже, по сути, я набиваю точно так же. Выходит, что этот талантик срабатывает как из замедления, то есть дополнительный удар имеет. Вот как-то получается так, ребят. Думаю, дальше затестим, но этим составом, как видите, я набил опять же свыше 3. По сути, у меня ничего не поменялось. Опять же, те же самые герои, просто немножко другой талантик. Руны все те же остались, как я вам и показывал. В итоге мы имеем, что у нас опять ввели новые таланты, и опять для того, чтобы выйти в топ, придется перекачивать героя. Не знаю, сейчас попробую где-то все-таки зацепиться. Для этого надо было вам показать, но я так, чисто ради интереса, информативности. Можете попробовать, можно попробовать рунами, можно попробовать талантом. То есть я поставил талантики ради интереса, рунами оставил раскол, потому что раскол он все-таки тоже очень топовый и нормально себя показывает. Вот поэтому вот так вот, неважно какой талантик, у нас архидемон не имеет по сути никакой принадлежности, то есть фиг его знает. Дальше пройдем, посмотрим, но вот как-то так получается у нас. Непонятно, в общем, ничего не могу сказать, как оно наносит. Это надо один на один тестить. Но, в принципе, меня результат как бы удивил, что можно так сделать. И я результат, блин, второй результат получился. Даже при хреновой раскладке мы набили все равно свыше 3. Что я могу вам на это сказать? Это IGG... Тут ничего не понятно, можно рунами поставить, в принципе, у кого нет. Ну, бездонов, я думаю, вряд ли, а вот талантиками можно расставлять. И, по сути, оно будет даже круче, чем замедление, если сравнивать два заходика, как они все убивают. Получается очень круто, надо просто удачный заход. Вот так вот, ребят, не знаю, что на это сказать. Пишите в комментах, что вы думаете. Надеюсь, я затестирую еще на других аккаунтах своих, у меня там тоже скоро архидемоны подходят, и мы, соответственно, уже сможем определиться, что же все-таки круче. Но, по сути, судя по всему, что я видел, все-таки этот талантик тоже. Завтра буду, я уже затестирую вам талант окончательно на героях, и мы уже полноценно выясним, что же все-таки круче. Пишите комменты, что вы думаете, лайки, репостики, ждите следующего видоса. Всем удачи, всем пока.